Всем привет, с вами булавцев Михаил, и сегодня я хочу показать, как можно сделать смс-рассылку из приложения Ariflame, бизнес-приложения. Для этого нам необходимо зайти в само бизнес-приложение, ждем пока загрузится. Мы уже изначально вошли под своим логином и паролем, и сейчас мы перейдем к нашим... К нашей команде. Допустим, нам нужны все партнеры то есть не активные, а вся команда. Для этого мы переходим, нажимаем кнопку Еще и выбираем контакты персональной группы. Здесь у нас отображается вся наша команда, начиная от новичков. Далее идут у нас активные партнеры вот вы видите активные и потом неактивные по возрастающей количеству неактивных каталогов: один, два и так далее. Нам необходимо сделать смс-рассылку, допустим, по новичкам с напоминанием, например, об участии в стартовой программе. Допустим, вы хотели, захотели сделать такую смс-рассылку. Для этого нажимаем сверху справа на значок конвертик. Здесь мы видим, появляется новое меню снизу кнопки ⁇ Выбрать всех ⁇,⁇ «SMS-ML» мы можем с вами отправить не более 10 смс за один раз. То есть не более 10 контактов выделяем сейчас. Ну, будем по порядку, для примера. Выбираем 10 контактов. Можем считать, можем смотреть сверху. Программа за нас считает. Выбрали 10 человек и снизу нажимаем смс. Соответственно, если мы нажимаем email, мы переходим в нашу почту и отправляем email рассылку. Сейчас мы с вами делаем SMS рассылку. Нас программа перекидывает в наш телефон. Проверяем. Здесь у нас 10 номеров. Сюда мы пишем или вставляем заранее приготовленный текст из буфера обмена которые вы уже написали, скопировали, приготовили. Или пишем «Дорогой новичок» и так далее. Напоминаю. Все. Нажимаем, нажимая кнопку «Отправить», вы отправляете сразу данную смс по 10 своим выбранным контактам. Смс отправилась. Нажимаем Нажали кнопку «Назад» и возвращаемся в наше бизнес-приложение Oriflame. Единственное, приложение не отображает, на каком партнере мы остановили нашу смс-рассылку. То есть вы или запоминаете последнего партнера, или записываете где-то у себя в ежедневниках. Дальше повторяем действия, нажимаем конверт, выбираем следующую десятку наших получателей и также нажав кнопку смс повторяем рассылку. Не знаю, как на других операторах мобильной связи, у нас на Билайне допускается ежесуточная отправка смс не более 100 уникальным номерам. То есть если вы создадите смс рассылку, допустим, на 150, 200, 300 номеров, соответственно, ваш номер заблокирует за смс спам вам придется прийти в офис с паспортом и разблокировать свой номер. То есть это трата времени. Не рекомендуется также отправлять ссылки на видео, ссылки на социальные странички в смс. Тоже велик риск попасть, быть заблокированным за спам. Соответственно, считайте, не более 100 уникальных номеров вам доступно для смс рассылок. С вами был Булавцев Михаил. Если остались вопросы, то задавайте в комментариях.